уехали мы в лес именно за этими дрожжалками. Мы их брать не будем, конечно, но посмотрим, что это такое. Да, мы давно здесь не были. Несколько дней. Здесь мы были несколько дней назад, и я нашла такие оранжевые типа дрожжалок или слезевиков. Так я и не поняла, что это такое. Поэтому мы сегодня заехали. В другой лес не попали, но по пути в подлеске мы нашли много-много всяких вешенок нашли. И фламулины маленькие, ну, грибы нашли. А здесь мы специально крюк такой сделали. Сколько километров? 5 получится. Ну, мы по пути уже к дому едем. Посмотреть эти желтые дрожжалки. Налево пойдешь, то есть направо пойдешь, счастье свое найдешь. Прямо пойдешь, желтые дрожжалки свои найдешь. Тоже богатство это лесное найдешь. Золото. А влево пойдешь, туда лучше не ходить. Смерть свою найдешь. Ну, не смерть, но заблудиться в этом лесу пару пустяков тоже можно. Ну, мы ходим по своим местам, которые знаем. Не углубляемся. Хотя было дело. И здесь мы тоже как-то заблуждались. Идем вперед. Здесь мы с девчонками, с нашими спашенными девчонками бегали здесь. Снимали. Лес красивый. Просто супер. Ой, вижу грибы. Слушай, даже съедобные. Типа, слушай, это гиграфоры. Носом вожу, ничего не понимаю. А я нашла гиграфоры. Это, наверное, они. Вот этот переверни-ка, а эти я сниму. Так, вот она. Кто без ножки рвет грибы? Он так получился. Получился тебе? Конечно. Не надо без ножки. Что показывают людям? Ну ладно, покажем пластинки. Давай так. Второй. Давай второй. Попробую. Он обрежь его. Брежь. Лучше с корнем. Чтобы опознать гриб, нужно его вытащить. Понятно. С корнем. Ну так попробуй ты его. С корнем. Так, покажи. Разве я тут разгляжу, что тут такое? О. Непонятно. Нет, это, наверное, не гиграфоры. И не калибии. А даже и не знаю. Ну, что-то съедобное точно, я их съем. Не знаю, не надо. Нет, я их возьму. Подожди, я посмотрю. Мне кажется, что это мои гиграфоры. Подожди, ну я же только вижу в камеру. Мне надо их посмотреть просто простым глазом. Во, красота какая. Я и не ожидала их найти. О, интересно. Ладно, сейчас понюхаю, попробую на зубок, разберусь. На зубок не буду пробовать и всем не советую, никому. То есть и никому не советую. Вот. Хорошо. Размечталась очень сильно, как сказала Куши. Я размечталась очень сильно. Нет, это несъедобные грибы. У них упругая очень ножка. У гиграфора ножка крошится. У копеечки денежки тоже совсем не такие пластинки, они не такие. А эти грибы я не знаю, и мы их есть не будем. Все, ушла за своим золотом. Еще какой, с самого утра шел. И сейчас он будет, наверное, скоро дождь будет. Потому что вот, потемнело и шумит лес. Как наш Паша пел песню, темный лес шумел. Темный лес гудел, песню пел. Вот. Сейчас будет дождь. Нет, сегодня в другой лес я не поеду. Ни в коем случае. Здесь раньше мы с Пашей собирали вешенки. И с Сашей, и всей толпой. Было много. Сейчас их нет. Призывал. А лес, конечно, красивый дальше везде. Но свое бутылочное дерево я пока не нашла. Где мои дрожжалки растут. Очень печально. Но сейчас найду. Буду искать до победного конца. Раньше мы здесь вешенки собирали. А сейчас будем собирать только трутовики одни. Потому что вешенок здесь нет. Но я пришла сюда не за вешенками. Я пришла сюда за другим грибом, который мне нужен. Но я не найду то место никак. Ни в какую не могу найти. Вот уже забралась черти куда.
в какие-то дебри, и то дерево заметное, приметное я не нахожу. Крепидотики. А будем трутовики собирать. Вот они мне и попадаются везде. Да, мы сюда не заходили, ну и зря. Здесь тоже есть что посмотреть, но вешенок мы и не проверили. Их и нет. Такой лес большой, и грибов нет. О! А меня еще будут учить, что вы показываете пустые видео. Какое что-то пустое видео? Такой лес шикарный. Лес стоит загадочный. Очень даже красивый. Супер. Ну вот это крепидоты. Что-то я вижу интересное. Сейчас посмотрю. Вот грибочки. По всему лесочку. По всему лесу. Вот они. Вот такие вот грибы. Покажу, как они выглядят. И здесь много. Но это же не то, что я хотела. Ладно, когда-нибудь поищу я потом то место. Будет у меня больше времени, я посмотрю. Вот как выглядит тот гриб. Полностью с ножкой. Корешок у него чуть утолщается. К низу как бы. Вот такие грибы. Вот он. Вот он гриб этот. Полный лес. Таких грибов. Это кочка. Грибочки на каждой кочке. Красиво. Уходим. Дерево я не нашла. Так и не нашла. Не сумела найти и не нашла я свои желтые эти грибы. А тут сейчас уже темно в лесу. Мне не хочется их отыскивать. Уже мы устали. Все, мы уходим. Все, на этом я заканчиваю. Всем пока-пока. И до встречи.